15 сентября в Самарской области официально завершится пляжный сезон. Профильные ведомства и службы подводят итоги работы и озвучивают цифры статистики. В этом году были ужесточены меры административного воздействия для отдыхающих в состоянии алкогольного опьянения. Почти ежедневно на пляжах набережной проводили рейды с участием полицейских и спасателей. Как пример, 3 сентября 2023 года нами было получено сообщение от спасателей о том, что на территории пляжа находится мужчина в сильном алкогольном опьянении. Нами осуществлялся выход на территорию пляжа. Данный мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Я хочу сказать слова благодарности сотрудникам, которые охраняют наш покой. Здоровья вам! Спасибо людям, которые охраняют покой, и мы себя чувствуем уверенно, надежно и хорошо. Семену Акшинскому 20 лет. Работает спасателем 3 года. Когда Семену было 15, он спас девушку, которая тонула, оказал ей первую помощь. Именно тогда решил помогать людям, оказавшимся в беде. К своей работе относится серьезно, бдительность на все 100%. Со своего спасательного пункта Семену видно все. В час пик мы всегда объявляем, чтобы граждане следили за своими детьми. Обязательно все смотрим за детской зоной. Также это инвалиды, всем помогаем, чтобы одевали головные уборы. Спасатели совместно с сотрудниками ППС активно работали на водных объектах региона в течение всего лета. Они выезжали на вызовы по спасению людей в водных акваториях и сопровождали спортивные мероприятия. Кроме того, проводили ежедневное патрулирование в зонах спасательных станций и профилактическую работу с населением в местах массового отдыха. Раздавали листовки с правилами безопасного поведения на воде и беседовали с отдыхающими. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.